Это продолжение FIFA сериала, где я играю за Индию. Если вы начали просмотр не с первой серии, то, пожалуйста, перейдите к ней. Всегда интересно знать, что происходило до этого, а не начинать просмотр фильма с середины. Ссылка на первую серию появляется прямо сейчас в верхнем правом углу. Ну, а всем остальным приятного просмотра. 3. Даже уже теперь не знаю, стоит ли мне сям забирать как-то. Или пойти в развитие. Ну, это тогда тоже... Пока войну объявлять не будешь. Да мне нет смысла тебе войну объявлять на самом деле. Мне эти города на суше, они не нужны. У меня вот море, тут есть залив. Там сверху, на самом деле, за моей столицей еще проход есть. Я не знаю, куда он, потому что я не успел его разведать. А, ну хорошо. Тогда давай дружить. Ну, 4 хода слон. Это неплохо. Я думаю, даже тут у меня побыстрее будет, когда Дели вырастет. О, блин. Ну вот откуда он взялся? Индус, ты скоро вторых крабов поворотаешь? Ну, это зависит от того, на что ты хочешь поменяться со мной. Я второй по науке внезапно. Непонятно почему. Ну, по идее, он не должен никакой... Потому что сначала он походит... Не, подождите, как это? Сначала караваны пробегут, потом он походит. И я должен его убить. Ну, то есть, где-то тут внизу лагерь появился, видимо. Надо выходить лучником сюда становиться... чтобы тут контролировать, а триремой надо вниз поплыть. Блин. Все-таки разграбил караваны. Ну это просто трындец. Это откровенный трындец. Но этот... Раз, два, три, четыре. Этот не должен попасть на него. Но это, ну блин, ну это подстава. Откуда он тут взялся вообще? Еще тратить ходы на строительство еще одного каравана теперь надо. Плохо. Надо тут тогда три рему построить.
Да, блин. Значит, все-таки в начале хода караваны ходят. Это я неправильно сказал. Не в конце хода. Вот всякие такие мелочи забываешь, реально. Наши караваны бегают именно в начале нашего хода сразу. Варвар встал сюда и сразу получил себе триремку дополнительную. Сейчас надо лучником будет тут стоять. Хорошо только одну. Так, проверим на всякий случай, что у меня отсюда приплыл. Мало ли. О, я построил маяк. Кроме Сиднея никто не захотел этот лагерь. Почему Ур и Виттенберг не хотят? Я не понимаю. Да, неплохо я так развиваюсь. Петра, Петра, на-на-на-на-на. О, поперлись ко мне. Ну, блин, ну почему? И тут проплыли. Где-то вот тут появились и уже приплыла трирема туда ко мне. Ладно, тут будем стоять. Надеюсь, они будут моего воина атаковать. Нидерланды, я тебе тогда караван пускаю, как дела в Украине, денежные свои. Ну, хорошо. У грека, наверное, 4 города уже. Тоже 2. И он играет в Вольп. В принципе, если ты видишь границы вот между Роттердамом и Амстердамом, где лошади тут пару клеток на воде, то даже варвары не будут появиться. Ага. Интересно. Такими темпами я опять захотел на Сиам напасть. Я думал, там у грека города 4, он уже берет японца, что он с армией. И, у меня, и армия у грека уменьшается. Никто не собирается нападать на моего воина, все прутся прям А там еще грабить мне кто-нибудь все. воюет, нет? Нет. Ну и откуда трирема появилась? Вообще обалдеть.
Японец переключился на производство и во всю армию клепает, надеюсь, против грека. Но так как у грека уменьшается армия с каждым ходом, она была 40 тысяч. За три хода она стала 31 тысяч. Я не думаю, что у него там удачно проходят боевые действия. Сейчас мне лошадей разграбят, этот встанет мне на... Или вообще, наверное, хлопок разграбит. Наверное, хлопок. Хотя я не знаю, какая... По-моему, все-таки на роскоши. Ну да, видите, на роскошь. Приоритет. Да, странно. Где тот лагерь, откуда приплыла... А, вот. Это я зря так сюда встал, сейчас меня лучник обстреляет. Не, ну, мне это совсем ничего не дает. Но скоро все равно ты крабов обработаешь. Дарвин, может, не будем? Я не знаю, насколько скоро. Так просто поменять ресурсы, я так понимаю, что тебе крабы нужны, чтобы у тебя города росли. Я тебе могу сказать, что мне нужны специи. То есть, если ты мне дашь специи, специи и жемчуг. Если бы ты мне давал специи и жемчуг, тогда бы я с удовольствием, конечно. А так просто для того, чтобы дать тебе вырасти. Жадина. Говядина, да. Соленый огурец, я бы даже сказал. Пошли чинить хлопок. Я тут вот встану. Так, тебе вопрос, надо ли мне тут тогда трирему? А все остальные вообще далеко тут от нас? Блин. Ну вот откуда тут варвар? То есть вот тут где-то трирема варварская. Ну блин, ну сейчас еще мне караваны пограют. Ну это хрень какая-то. Ну я ненавижу эту игру. Четыре хода будет трирема строиться. Будут у кого ресурсы на обмен. Это кто говорит? Геракет. Блин, я тебя еще пока не встретил. Вообще, конечно, поздновато, слоны у меня 56-й ход. Ну так и Сиам как-то немножко затормозил с Петрой. Ну, это нормально вообще вот это? Он сейчас становится сюда и два моих каравана грабит. Ну это трындец просто. Надо было скаута перекинуть сюда. О. Невозможно, просто невозможно.
Не, ну это хрень будет полная. Ну вот откуда там взялся? Тут нету никаких лагерей варварских. Вот тут нету, просто их не было и не может быть. Почему где-то рождается варвар, вот тут рождается варвар и плывет не в Ур, а ко мне грабить караваны? Где тут, блин, лагерь? Тут, что ли, лагерь варвар, что он плавает сюда? И он не к Тиру плывет, а ко мне. Свалил. Прям не верится. Они должен убить. Так, чуть полегче стало. Грек, посмотри предложение, пожалуйста. Сейчас на 20 тут вылечится у меня. Он в защите не убьет. Опять эта тварина сюда приплыла. Фуф. Разобрались. А что, Сидней только этот лагерь хочет, а этот лагерь никого не волнует, да? И Тир он даже не волнует. Очень интересно, очень. Ваня, у тебя тут уже два жемчуга, да? Ты будешь его обрабатывать? Ну да, буду, то сейчас скоро ходов не будет. Ну хорошо, через... тогда обменяемся с тобой. Сейчас полечусь один ход или два и вернусь обратно контролировать этот проплыв. Я не думаю, что там очень часто будут появляться варвары. Вообще, воином сюда встану. Так, ну что? Сиам последний по населению. Что-то он очень долго строит Петру. Петра без висячих садов... Немножко упыторжно, потому что начинаешь немножко так терять в развитии, получается. Слегонца. Но откуда здесь взялись варвары? Тут проплыва нету, да? Тут никаких... Просто рядом с границами варварские лагеря не появляются.
Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS – международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2GIS, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии HeadHunter. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте карту интересующего вас города. Под любую платформу 2GIS, если быть точным. Что, кстати, по армии с одним слоном? Я уже сразу четвертый, а, обалдеть. Что, японец настроил армию? Я не понимаю, ты там грек слил слабую армию, японца армию, теперь он тебя нагибает? Да. Именно зачем он вообще воюет? Серьезно. Рановат, что ты японец грек нагибает. Это просто местность такая у вас, что не пройдешь. Попрокачиваем слоников слегка. Так. Ну что, пора, видимо, дорогу строить. Ну, а смысл от него, японец? Ну, не смысл вообще воевать здесь. Я просто поставил защитный город, чтобы... Вот, погоди, я тебя сделаю погром. Подожди, я тебя сделаю погром. Да, как-то вейв тиховато. Я вообще по максимуму уже сделал. Давай, говори. Я в чем смысл упороваться в две клетки? И... Все равно тебя не слышу. Что делать-то? Да, Вейв, как-то сделай погромче микрофон, потому что я тоже у меня на максимуме выкрученный, как-то тихо. Ну ладно, японец, окей. Я согласен. Как-то так ощущение, что я половину вообще не слышу человека. Хотя я выкрутил на максимум. Блин, что-то... Меня лучше слышно, может? Да. Смотри, давай с тобой сейчас просто договоримся до какого-то определенного момента не воевать. Просто понимаешь, что тут рядом? Ну давай, давай договоримся. Так, есть у кого-нибудь специи, кстати? Соль у грека есть. Что, грек продолжает в два города играть? Да. Ну чё, давай стандартно тогда. На 25 оборонку с тобой. Вот, привет, грек. Какую оборонку? Вы ещё не открыли даже. В смысле? Ну мы можем устно заключить. Ну, это не значит, что вы ее обязаны соблюдать. Ну, я в курсе. Ну вот откуда приплыла трирема? Почему она проплыла мимо тира? Ну что, мы с тобой договариваемся, да? Ух ты. Да. Я, честно сказать, вообще не хочу на тебя нападать. Не хотел. Ну, ты так был. Понятное дело, ты Осака поставил как бы. Ну, Осака это... Просто защитный город, понимаешь? То, что я просто... Ну, я в столице бы не прошел никак. Вот и я, вот и я просто не прошел. Не, ну я по другой причине не прошел. Ну ладно, неважно. Ладно, давай так.
Я еще там не стал первым по армии. Нет. Почему вот лагерь вот отсюда приплыл Терриемы? Нормально, да? Буду тут стоять, мне даже вот тут надо стоять. Неплохо у меня все. И очень хочется Сукотай захватить. Очень. Слушайте, нафига я сначала философию открываю? Может... А, так я уже колосс открыл. И я, кстати, единственный, кто его открыл. Так, ну тут я тоже все обработал, что хотел. Строим дорогу. Так, все. Впереди только куча слонов. О, тут уже последний. Надо бы вспомнить, чем хороши слоны. Так, видимо, прокачивать их на открытую местность. Так, Сиднею обещаем защиту. Итак, начинаем пробовать взять дань. Чуть-чуть не хватает. Они заменяют колесницу, но в отличие от колесниц у них 9 защиты, 11 нападения. Правда, ходят они... Дарвил, там есть что-то рядом с тобой? 6, 10. Из, вообще из кого-то? То есть, ну, они слева, как меткие лучники. А, ну вот сейчас туда пойду к нему. По-хорошему. Я просто смотрю, у тебя тут, в принципе, есть места, где расселяться. Просто вот у меня, например, места нету, чтоб ты понимал. Да, все я понимаю. Японцы, а Дрессера кого можно найти, кроме Дрейка еще? Я не знаю, я не исследовал как особо. А, ну индусы можно. Ну, я вообще никого нет. То есть я вот знаю японцев, я даже не дошел до вправо. Там вправо Сиам, по-моему. Караван бегает Сиам. Справа индус там. Сиам меня как-то нашел. Я не знаю, каким образом. Куда он взялся. Ну, он пришел справа, он там скаутом своим бегал. То есть он даже за тобой. Ну, он не совсем за мной. Я не закрываю к нему проход. Так, ну что, Ур, давай мне дань. Отлично. Что по поводу Виттенберга?
чуть-чуть не хватает. Так, пока отойдем. Сидней все-таки друг. Леша, ты будешь ставить город Демети? А, это где? Это левее от тебя. Ну, я-то не буду, но если ты там поставишь, я расстроюсь. Но я не прям на Мете, если рядом с Синаем. Ну, рядом с Синаем там не получится. Ты нет, там не получится. А, там да, там не получится, точно. На Меди, кстати, хорошее место, по-хорошему. Если бы я не был на море, я поставил на Меди. Слушайте, а может мне действительно просто третий город на Меди поставить? Чё мне вот... Тир хочет, чтобы я Сиднея дань взял. Хорошее желание. Так, куда мы пойдем дальше? Светенберга не хватает. Взять дань. Блин, что-то Виттенберг. А, потому что он хостел персоналити. I call you Mr. Personality because you're so ugly. Так, давайте пока разведаем местность. Так, значит, сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хватит ли мне 8 слонов? Я думаю, что да. Стал первым по армии? Нет, смотри, первый
первый японец. Как-то не так сильны слоны, как я думал. Ну, в плане в демографии. Хотя я сейчас вот построю слона и стану первым по демографии, наверное, возьму с Виттенберга дань. Нет, блин, все равно не хватает. Так, что тут? Дорога построена. Японец, убери копейщика там с холмами. Походить туда надо. Что за отряд-то такой у тебя? Дань хожу, собираю. Кстати, из-за твоей первой армии что-то не очень хорошо у меня это получается. Нафига тебе первая армия, японец? Ну тут грек какой-то неспокойный, не знаю. Ну, не сидит ему с двумя солями развиваться, он воевать хочет. Ну ты ж уже грек мир заключил с ним. Да, это да, но это на всякий случай. Ну и, кстати, о. Дань тоже с Гангашка нормально идет. Лично с Виттенберга взял. Живой индус, армия первая. Да. Теперь проще стало брать дань. Воевать ты не собираешься ни с кем, случайно? Обязательно собираюсь с кем-нибудь воевать. Случайно не с Сиамом? Ну, слушайте, если я буду так вот говорить, я считаю, что вот человек, у которого первая армия, лучше пускай все вокруг напрягаются и тоже строят армию. А то я тебе скажу, вот я с тобой договорюсь, например, на мир, да? И ты начнешь в развитии играть. Я молчу о том, что у тебя библиотека и Петра. Бойся, думай, что я на тебя нападу. Построй армию какую-нибудь. А я строю. Ну, хорошо, правильно делаешь. И лучник тут твой палец. Да, лучник. Ой, да, лучник там в тему стоит. Может, ты хочешь объявить войну и убить его? Ну, я вижу, твои слоники убежали, поэтому пока нет. Ну, они у Сиднея тоже дань требуют. С протянутой ручкой. Сидней, дай денег. Дай денег, Сидней. Сидней, ну дай денег.
Может, разграбить мне ему лошадей, чтобы он не мог, например, коляски строить? Вообще, очень слабенько, 6-4. Ну, то есть, надо было, ему надо было перед Петрой построить висячие сады, реально. Вообще, ему бы очень висячие сады. То есть, комбо обычно такое, это... Ну, я делал уже гайды по этому поводу. Артемиды, висячие сады, Петра. Вот это, если город еще с большим количеством пустыни, то действительно очень неплохо. Дорога не прорисовывается, но на самом деле дорога проложена. Так, а в Дели у меня есть вообще библиотека? Что-то я тут подзабил. Мечник мне нужен для... А, кстати, я ж могу проапать своего мечника. Так, теперь надо немного выдвинуть Трирему. Мне очень хотелось бы следующим ходом взять дань Сиднея и разграбить этот караван. То есть начать войну уже с Сиамом. Можно и не строить мечника. Или все-таки лучше два, чтобы было. Кому нужен жемчуг? Мне, но мы с тобой не встретились, как я понимаю. Ну да, да. Ну ты японца видишь вообще, понимаешь, где он да, находится? Да, да, конечно. А города какие-нибудь ты знаешь? Если что, японец на внутреннем море. Киото и Токио. Я вижу Осаку, вижу Грека, я так понимаю, что через пройти как-то ничего не получается. Блин, я что-то... А я могу с тобой не следующим голову поменять.
Ну, у меня жемчугов 3, так что я могу с несколькими меняться. Да ладно. О, отлично. И знаете, я стира, вот стира я уже не буду брать дань. Такое ощущение, что перестал бегать караван в Сиднее. Или он прям в Сиднее сейчас находится. Так может объявлять войну? Сиаму. Сиам, ты что там заснул? Нет. Ну а что ты юнитами вообще никак не походил? А, вот сейчас походил. Так, сейчас грабанем. Это он обратно уже бежит. Сиан, ты там отбиваешься или что у вас там происходит вообще? Ну, он пришел со слониками, с лучниками. Я пока дальше не вижу, чего он. Ну, сейчас посмотрим. Да мне еще до Сиамы тут идти. Ты можешь спрашивать, отбивается ли он хода через три. Иракес, ты тут? Да. Вот у тебя город крайний правый с шоколадом, который... Он у тебя в каком радиусе шоколад? Что? Шоколад? Ну, какао, да. Который Гран-при. Ну, я не знаю, я город сам не вижу. Вот тут такие горы, какао, тут лошади, эти, не лошади, как коровы. Во втором. А, то есть это как второй. Третий, наверное. Второй радиус я вижу. Какао, которое не обработано, да? Да, да, вот ну справа, он... который вне твоих границ. Третий радиус. Пусть ты его забираешь, понятно. Но у меня есть жемчуг. Так, я не разграбил лошадей. А вино у кого-нибудь будет двойное лицо? А кто-нибудь вино стримит? Ребят, кто-нибудь стримит? Я стримлю. А как посмотреть, какой денник? А что это ты играешь и будешь смотреть? Нет, тот левый. Я зашел. Всем привет. Зашел. А что ты зашел? Ну, потом... Нет, просто давай, захотелось и зашел, да? Ну да.
Так, этот перестал в Дели бегать. И, наверное, надо сначала арены открыть все-таки. Иракес, ты на что хотел меняться? Да, на следующем ходу. У меня закончится с... закончится красители. Когда поменяете? Ну, красители у меня есть тоже. Есть красители у тебя? Да. О, тогда не на что. Надо лошадей разграбить. Я ж думал, что надо разграбить. Но затупил. Ну давай, спасайся, слоник. Давай. Отлично. Блин. Это было тупо. Тир, что ты хочешь Стоунхендж, а не первый, чтобы я тебе денег дал? Ну, пока у него 8 тут слоников. Раз, два. Ну, и ты способен их отразить? 8. Не знаю. Я думаю, способен. Я лично всем верю. Молодец. Слушай, Ракес, я, короче, город тут хочу поставить. Вот это вот, да, горы, которые подковы, ну... Которые... Я там сейчас город поставлю. Где? Вот где... Ты видишь моего посел сейчас? Нет? Ты можешь выйти из своей этой... Ну, просто вверх, вот банан... Не внизу, нигде какао и лошади, вот внизу. Ага. А наверху. А, ну там ставь тогда. Если вверху, где бананы... Железо. Вот, ну не где бананы, а под гору я хочу ставить. Я ничего выкупать у тебя не буду. Ну я поставлю, смотри, видишь, какао и ниже клетка. Там а там холм который. Да. И ниже бизоны. Да, да. А, ну все, давай тогда. Я тут, ты там. Так, вообще не пересечемся. Thank you.
Я так просто до ресурсов хотя бы дотянусь никаких. А то совсем голяк. Ну что, будешь этого слона обстреливать или кого? Ага, этого. Так, сейчас мы подставим скаута, пускай он на него отвлекается. Это, наверное, зря сюда послал. Оттуда же могут идти юниты. Десятый наш десант. Ну и батальон просто на фоне идет. Белорусский вокзал. Хороший фильм. Я вот просто думаю, что мне надо тут следить. Вдруг японец решит меня в тыл ударить. Пока я разбираюсь. Не, Сухатай хороший город будет. С Петрой. Убил. Все, моих слоников никто обстрелять сейчас не может. Ну, кроме вот этого метколучника, конечно. Да, грустняшка. Ну что, построить маяк или Стоунхендж? А кто будет следить? Блин, так я как-то оракул. Варвар, видимо. Нифига себе. Еще 8 ходов. Жизни отняли. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. На этом пока все. Продолжение через день или два. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад.
разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.